Анна Соколовская и Андрей Утробин вместе уже 4 года. Познакомились на свадьбе у друзей. Он программист, она зоотехник. Оформить отношения договорились сразу после окончания учебы невесты. Торжество решили не закатывать. Скромно. Специально выбирали обычную дату. Но именно этой паре выпала честь участвовать в экологической акции «Наш лес, посади свое дерево». Было бы очень приятно лет через 50 прийти, посмотреть на свое дерево, показать его своим правнукам. Это нужно делать каждому. Если бы каждое бракосочетание заканчивалось хотя бы посадкой дерева, уже было бы очень полезно для общества. Чтобы всегда был счастливый и красивый сад у этих молодоженов. И как говорят, что обязательно надо посадить дерево молодой паре, построить дом и, конечно же, родить сына. Издревле на Руси сажали деревья в день бракосочетания. Так молодые закладывали основу для своего будущего счастья и семейного благополучия. Теперь и у одинцовских молодоженов есть свое семейное дерево, как символ любви, которое будет расти и крепнуть. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».